Нарушителей правил обращения с отходами нужно ловить и наказывать, чтобы картина, которую сегодня увидел глава на улице Форса, не повторялась больше нигде и никогда. Рано утром Сергей Никитенко провел рабочий объезд по микрорайону «Красный текстильщик». В центре внимания были контейнерные площадки и придомовые территории. Здесь, у шестого дома на Форса, мужчина пожаловался на управляющую компанию, которая, по его словам, не занимается уборкой снега. У подъезда сугробы. А это территория у дома 3. Рядом с контейнерами горы мусора, старая мебель. Жители, к сожалению, не воспользовались другой площадкой, где есть бункер для крупного габарита, а просто все вывалили сюда. Глава поручил установить камеры видеонаблюдения и подключить их к системе «Безопасный регион», чтобы отслеживать нарушителей, особенно тех, кто подъезжает на грузовых автомобилях и выгружает свои отходы с нарушением закона. В ходе объезда глава оценил и состояние контейнерных площадок за Дворцом культуры «Исток» и на пересечении улиц Захаркина и Макошина. Там такая же неприглядная картина.